Продукция производственного объединения «Россельмаш» давно уже пользуется доброй славой у хлеборобов нашей страны. Труженики объединения неустанно приумножают свои усилия по выполнению решений июльского 1978 года Пленума ЦК КПСС об ускорении комплексной механизации сельского хозяйства. В ходе предмайского социалистического соревнования на заводе установлен рекорд. За сутки собрано 295 зерноуборочных комбайнов «Нива». За высокие показатели в труде коллектив объединения награжден переходящим красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.